Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям и местной газовой службы объединились для совместной цели, а именно для профилактики пожаров. Спасатели и газовики посетили общежитие, расположенное на улице Ружейникова, и рассказали о правилах использования газового, печного и электрооборудования. Поводом для рейда послужил факт гибели людей на пожарах в стране. С начала текущего года на территории Республики Казахстан был зарегистрирован 22 пожара в общежитиях, при которых погибло 5 человек. В том числе 8 пожаров произошло в общежитиях, незаконно созданных на территории индивидуальных жилых строений. В целях принятия действенных мер по повышению уровня пожарной безопасности данной категории объектов Департаментом по чрезвычайной ситуации Апно-Кастанской области совместно с сотрудниками Казтрангаза и Махгаз технической инспекции проводится профилактическое мероприятие «Жатахана». Пожарные проверили состояние и порядок пользования бытовыми отопительными электроприборами и газовыми плитами и выявили нарушения. Например, некоторые жильцы устанавливают электроплиты в комнатах, а не на кухне. В свою очередь, хозяева квартир сами признаются, что имеются проблемы, которые могут привести к трагедии. Все коммуникации идут с подвала, люди этого тоже не осознают и не хотят осознавать. Раз в год по 5 тысяч собираем на отопительный сезон, чтобы подключить отопление. И то с трудом. Здесь очень много проблем. Очень много. И никто нас нигде не поддерживает. Все пороги отбивала я сама лично. Вот с освещением я ходила 9 месяцев, но все-таки вроде бы добилась как. Это сами знаете, общежитие, статус общежития, он вроде как и прошел, но люди все равно давят тем, что это общежитие, все можно здесь. Специалисты отметили, что подобные профилактические мероприятия будут продолжены. Важно, чтобы каждый соблюдал правила пожарной безопасности.